Давай живее к месту падения. Вперед! Черный ящик. Сервер? Вообще-то я не человек-факел. Как я дотронусь, если эта хрень раскалена? Там защита от радиации, так что... Противник слева! Держите! Вот один! Противник на правом фланге. Сюда! РПГ на крыше! Опять попали! Проклятие! Один вот там! Иду противника! Иду противника! Где в укрытие? Давай наверх! Живо! Найди РПГ! Что-то мне лучше присесть. Думаю, все чисто. Только гроза надвигается. Давайте заканчивать. Погода портится. Так, вы двое, займитесь ящиком. А мы постараемся найти транспорт. А я скоро вернусь. По мне не стреляй.
слушай. Я малость посветил тут. Надеюсь, поможет. Марлоу, на связи провод 2, главный, прием. Что там у тебя? Мы ищем Хэггарта. Флинн не отвечает. Слушай, запоминай внимательно, срочно найди укрытие. Русские гору прочесывают, нас ищут. Некоторые окапываются. Погрейся наскоро и сваливай. Иначе долго не протянешь. Держись. Я потерял Флэш. Найдите ее! Поиск американцев. Смотреть в оба. Черт. У нас потери! Чёрт! Они как на голову свалились!
Браво-2, это призрак. Слушай, я собрал весь отряд, и тебя тоже вытащим. Только не очень понятно, как нам... Блин, вы будете мочить их или где? Короче, скоро увидимся. Движение! Браво-2, это призрак. Тут в деревеньке РПГ повсюду. Давайте на крышу, сниму вас оттуда. Шевелитесь, не знаю, сколько у нас еще времени. Блудный сын! Держись! Это скалярное оружие? Красотища, а? Это шутка, что ли? Ты не слышал об операции «Аврора»? Слышал, конечно, но даже если можно было бы создать скалярное поле... Сначала в тропосфере возникнет эффект Каррингтона. Стоп! Для всех излагай. Скалярное оружие создает мощнейшие электромагнитные импульсы. И что? Если пальнуть где надо, можно накрыть всю энергетику США. И тогда мы погрузимся в кромешную тьму анархии. Русские тут же явятся на готовенькое, и сказочке конец. Значит, надо найти того парня. Аркадия Кириленко. Черт. А ты не его валить должен был? Он как-то связан с проектом? Кириленко и есть сам проект. Надо выдвигаться, пока не поздно. У Брэдвуда бы разрешение спросить. Нет. Он вместо нас пошлет этих гондонов из спецназа с датчиками сердцебиения на стволах. Сержант? Черт, мне 44 года. А еще за вами сосками говяжьими присматривать. И карьера в полной жопе. Я ведь думал, это мое последнее задание. Нет, так больше не пойдет, не могу. А типа родину спасать? И что дальше? И все. Ладно, ты с нами. Кириленко жив из-за меня. Суиц. Дайте подумать. Да. Хэггард. Черт. И пахать не особо хочется. Но и отступать не тянет. Я с вами. Значит так. Придется вам продвигаться вглубь нашей танковой колонны, чтобы попасть к Кириленко. Только так.